Глава Ре. Ки эль хамоко, уима ашер юхарадойно лейхем, миколь шивтейхем, лосум, эс шмой, шом, лешехлой сидришу увосу шомо, лой сасун, кехоль ашер анахну ойсим, пой, хайоим, иш коль хайшорбейнов, к месту, которое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы утвердить там имя свое, к его обиталищу устремляйтесь и приносите туда ваши всесожжения, жертвы, десятины, возношения руки и так далее, и так далее. И не делайте всего того, что мы делаем здесь сегодня, каждый, что прямо в его глазах. Интересно, что можно было делать в пустыне, а вот на территории Эрец Исраэль нельзя было делать. Раши поясняет, что все это относится к тому, что было сказано выше, что на протяжении 14 лет овладения раздела Эрец Исраэль можно было приносить то, что здесь называется обетованные доброхотные жертвы – недава и недер. В пустыне мы это делали в мешкане, в скинии, а на протяжении 14 лет овладения раздела земли Эрец Исраэль это можно было делать не только в скинии, не только в мешкане. То есть, есть два типа жертвоприношений – обязательные и необязательные. Недава и недер – это необязательные жертвы, которые человек приносит в качестве благодарности или по какой-то другой причине. И то, что здесь называется «каждый, что прямо в его глазах», «каждый, что угодно в его глазах сделать». То есть он не обязан это делать, но он это делает, это называется недава или недер. То, что здесь переводится как обетованная доброхотная жертва. Это простой смысл того, что здесь написано, но здесь также содержится информация относительно левиим. Анахну осим погайом. Мы делаем здесь сегодня последние буквы этих четырех слов вав, мем, гей и мем, бегематрия, то есть их гематрия 91 совпадает с гематрией халевиим. То есть левиим, в обязанность которых в пустыне входило перенос мешкана, то есть разобрать, перенести и собрать, как только мы заходим на территорию Эрец Исраэль, это уже не является их обязанностью, то есть не только они могли это делать. И еще один момент относительно места. «Эль хамаком ашер вахарашем элокейхем миколь шифтехем» — к тому месту, которое выберет Творец из всех колен своих. Туда приходите и туда приносите все, что вы должны принести. Эль хамаком – к месту. Наши мудрецы подсказывают, что здесь зашифровано название города Иерушалаим. Эль хамаком, если записать это слово беатбаш, то есть зеркально, вместо алеф – букву «та», вместо «ламет» букву «кав» и так далее, получаем 7 букв, гематрия которых совпадает с двумя словами «зегу Иерушалаим». Это Иерушалаим, то есть это место есть Иерушалаим. Егиросоин шейбоны бимигра бьямейну амейн, чтобы в наши дни он был отстроен. Амейн. Шаббат шалом.